На юге востока Украины не смолкали звуки артиллерии. Киевские силовики обстреляли жилые районы Донецка. Один из снарядов угодил в пятиэтажку. Ранена женщина. И до этого на окраине города выстрелом украинского снайпера была убита другая мирная жительница. В соседней Александровке загорелись 11 домов. По уточенным данным, ранены 3 человека. Также разрушения зафиксированы в поселках Абакумово и Старомихайловка. Там были прямые попадания в жилой сектор.